Так, всем привет, морячки. Привет. Привет, подводнички. Сегодня мы катаем третий уровень. Так и не смогли мы прийти к согласию, что брать. Получилась сборная солянка. Полный разброд. У нас линкор, у нас крейсер и у нас эсминец в отряде. Ну попробуем как-то вместе теперь дружно, не расползтись по всей карте, содействовать. Не будем. Так, что у нас есть? Ага. Ну, я не знаю, Макс, конечно же, куда ты на своем эсминце погребешь. Куда попало? Это же эсминец. Как куда? Так, но... Ростик, ты давай сразу ко мне на 10-ю линию направо. Я направо сразу, в любом у него случае. Кочегары не прокачанные. Какой он там тебе сразу? Я еще в бой не зашел. Я просто по карте вижу, где я буду находиться. Поэтому пока я зайду в бой, он прокачает кочегаров. Все нормально. У меня уже 12 узлов кочегары дают. Блин, а я все еще наблюдаю на список команд. Еще будем надеяться, что у тебя корабль будет 12 узлов давать, а не только кочегары. Блин, что я так долго гружусь, я не понимаю. Не грузись. Я с вами. Не грузись. Я не знаю, Макс. Я всегда, конечно, на эсминце хожу вот в этот заливчик. А, вот туда? Или у тебя клаустрофобия? Да ну, я в лифт боюсь ходить, ты че? Главное, чтобы ты не боялся в нем сидеть. Так, где ты? А я в нем не сажусь. Рост Ост, где ты там? Помуши рукой, чтобы я тебя увидел. Лечу на всех парах. Может тебе фугасиком огорчить, чтобы ты быстрее летел. Ну, смотри, пушки повернул в нужную сторону, мужик. Нет, ну я пока вас жду, я сам не хочу туда. Что тут творится? А, это тут же вторые, третьи уровни, ну да. А что вы там с этим Дрезденом делаете? Ну как? Парень, наверное, на каникулах решил немцев прокачать. А ты посветить пошел, да, Макс? Да. Ну, вот я уже и посветил. Отлично, только я ничего, чтобы никто не достаю. Ну так доставай. А нет, Дрезден что-то уже лупит. Я чё? Ты же знаешь, какая дальность выстрела у того Колберга? Нормально. Что я там могу достать? Кто это мне видит? Ё-моё, ничего себе озверевший какой. Ага. О. Вот это уже мой зверь. Уйдите от меня! Вы что творите? Пошли вон. Лячно стало? Да ну нафиг. Попадает? Смотрите, немножко попадает. Ай-яй-яй. Зачем он по мне упал? Который... Как так можно сразу при встрече начинать стрелять? И познакомиться для начала. О, а это тоже такое. Остановился сейчас, значит, заодно сдавал. Ну, что, нормально. Главное базу взять вовремя. Ну да, он сейчас, по-моему, там и мясо. О, Самсон какой-то появился. Я по нему не попадаю. Так, ну что, Рось, ты уже догреб на расстояние своего выстрела? Да, я уже постреливаю. Так. Вы ж только не забывайте, что у меня ж перезарядка. Ростик, мы всегда помним. Спасибо, что она у тебя есть. Не идите ее колотить. Забирайте этого эсминца мелкого, вы что творите? А как мы его заберем, если он за островом от нас? Сейчас он выйдет, и тогда сможем по нему пострелять. Блин, опять он звук лагает, опять печально. Ладно. Короче, я ему там все вышиб, только. Слушайте, знаю, там нашу базу берут, блин. Ну, нет. Разворачиваемся. Да, я постреляю пока в ту сторону. Там какой-то нахальный чест. Блин, какая жесть. Ой, как красиво с торпедами разминулся. Молодец. Ай, молодец.
Вот это нехорошо получилось. Так, кто здесь? Таваши, Дрезден, да? Прячется. Дрезден, наверное, умрет без моей помощи. Да, так и получилось. Ты за мной идешь, что ли? Да. Ну тогда вот давай Таваши этого покусить, который на захвате. Пытаюсь. Хорошо. Ага, Кусик, ты не можешь добить вот этих? Да ты кого? Ростика там кто-то. Не какой могу, я уже развернулся на Каваши. Которые ну, тут да, маленьких обижают. Потому что они там дохленькие, конечно. Знать, кто меня видит. Ёлки-матки. Что это было? Мобилка у кого-то. У меня на столе возле лежит. Микрофона. А, спасибо тебе большое. Ну блин, ты записываешь как на вибро. Надо разворачиваться. Потом после боя отвечу. Нет, ребятки, отвечу сейчас. Отвечай. Макс, разворачиваюсь, тебя, подожди. Да? Что ты хочешь развернуть? Я разворачиваюсь, так что к ну, тебе. Ты разворачиваешься. Да. Там линкорчик где-то рядышком. Так я по нему кинул торпеду. Давай. Хожу к нему пока. Хорошо, я как раз сейчас доверну. Ты ушел. Колобок. Ёлки-моталки. Есть. Забрали? Да. Так. Не знаю кто, но кто-то забрал. Возвращаюсь. Так, надо того линкора обидеть. И в этом, я так понял, где-то там вдвоем, да? Да. Ну, как сказать? Костик же выбирает скоростную технику. Главное, чтобы вам не было скучно. Ну, стараться. Ну уже успех, я уже в остров ни разу не таранился. Да ладно. Че, прикинь? Я же не ожидал так, такого. Ковач. Ковач. Ковачик, да. Сейчас будем стрелять в ковачика. Давай нам калачик. И чего? Главное, что он не по мне. Да, понимаешь, что я не стреляю. Вообще. Блин, а, это все у меня так... сейчас со всех сторон враги. Как? Ну сейчас буду бросать ковачика, потому что там он Тенрю уже сейчас слева от меня. А я сейчас к вам пойду, наверное. Пусть Тенрю у меня сзади будет за кормом. Ну, у нас тут два эсминца. А, то есть вы его заклюете, да? Ну что да. Ну просто не хочется, чтобы он начал тоже меня палить. Ну ладно, раз такое дело, тогда я сейчас тут похулиганю. Тенрю. Буду обижать.
Вот это он торпед напринимался. Блин, я прямо на ковача иду. Торпеды на меня идут. Торпеды за кормой. Неполадки устранены. Торпеды за кормой. Меня за кормой оказались торпеды. Кто их пустил? Не твоя, Макс, работа? Не-не, я не при делах. Я на спице плаваю. Так, тут закончилось. А, вообще все закончилось? Все закончилось. Да. Ну что ж, хорошо, я рад. Да. Что я мы тут видим? Ну ничего, нормально. Я еще успел что-то настрелять. Ну, несмотря на разнобой. И живой остался. Ну да, надеюсь, что все-таки ты когда-нибудь сможешь прокачать свою Каролину. Надеюсь. Несешь тебе в стоке. Я не представляю, как я буду ковачи качать. Ладно. Я жалуешься уже. Ты его купи вначале, попробуй, покатайся, а потом будешь. Все, всем пока. Счастливо, успехов.